видим со спины экзоскелет. Затемнение. Люди на другом, он тоже уже надет. Затемнение и взлет, затемнение. Над землей летит вертолет, но не один. Напись «Атлас в инвизи полет». Я Кевин Спейси, а Call of Duty выпускают каждый год. Sledgehammer Games представляет парня в центре негр. Шлем из The Space надевает и другого негра бросает. На улице стреляет, людям на дороге плевать. Медведь в авто сгорел опять. Прыжок, приземление, обзор для размышления. Руками я здесь помашу. Лысый негр в шапке не убил. Шлем лицо закрыл, прыгнули высоко. Домик из кар сделать легко. При свете фонаря бомжи заснули на полу. И у меня к ним такой вопрос. Какого хуя? Транспортник подлетел, глушитель сел, открыл ладошка дверь. Спустились двое, сканером проверили. Идет один или трое. Покликал на панель, вошел в инвиз, бросил гранату в тень, увидел всех, кого не лень. Имбовая хрень! Слоумо полетел, приземлился, перепрыгнул кулаком броню, и парень столбу стремился. Бросы разорвались и испугались, особенно вот это чел, кого автомобиль летел. А ты чего хотел? Лайк поставил вертушки. Титан без подушки. Гаси из пулемета. И зубы без налета. Брысь отсюда. Взрыв хрень везде летает. Бомбит. Солдаты тоже летают и кнопки нажимают. Взрыв на заднем плане. На перчатки посмотрел. По стене поднялся на воздушный мотоцикл. Дрона бросила с балкона. Кевин Спейси поставить занавеску успел. Эта часть Call of Duty будет лучше предыдущей. Иначе я буду плакать. Вертолета куча, один из них сбили. Он врезался, рулить надо непосредственно машине. Вот упал на мотоцикле, ты погнал. Утирай под огнем, приземлились вдвоем. Дуло разверни, подойди, не смотри, наведи выстрел из пушки. Увернись от вертушки с ноги в лицо. Власть изменяет все. Call of Duty Advanced Warfare. И перезарядись. В лифте Кэм стоит среди парней и говорит: ребят, я не гей.